Продолжай, два процента и 1% осталось. О чудо, это сейчас свершится.
108 заоружено. Загрузился. Результат 247 мегабайт вместо 2 гигабайт.
А если гляну, что получилось, да? 99% золотых монет. Пойди, вот этот обработанный. Нет, вот этот обработанный. Этот продолжает грузиться. И воспроизвести. Этого качества лучше, конечно. И объем нормальный, а то совсем самое низкое брал качество. На мобильный телефон. 76,9. Лоб немножко, голос грубоватый, басовитый стал, он даже зачастую. Получилось очень даже хорошо. Можно свободно запускать ее в дальнейшем. Только теперь самое главное, чтобы это соединить как-то на YouTube. Не так, чтобы 27 часов соединялось. Ну а если не получится, значит не буду соединять, что поделаешь. Одно видео 2 часа. Почти 2,5.
30 минут. 200 с чем-то мегабайт, 39 минут будет загружаться. 2,5 почти часа видео. По-моему, это то идеальное, что меня как раз и устраивает. Надо, чтобы объединить в одно видео за день получилось. Но здесь, конечно, не от меня зависит. Да.
Что ты мне сказать хочешь? Весни потихонечку весни. 20% загружены. Если я ничего не напутал, то должно быть все правильно, потому что одни файлы я соединил, другой файл у меня забакапорил, это за 10 число я говорю.
Проигрыватель не воспроизводит, переименовать невозможно. Естественно, на видеомастере он не обработался. Короче, я попробую, конечно, соединить, но походу он не соединяется, потому что его даже нельзя улучшить видео. Нет такой. На самом YouTube в настройках этого видео нет такой функции. Не знаю почему. Как вторую часть добавлю, там 8 часов, и здесь 2 часа. Блин, что там? Должен быть все-таки он, по идее. На таких случаях отдельно папку создавать. И переименовывать, если память не переименовывается. Это именно исходник, он не обработанный. На улице уже 28 градусов. Сейчас опять отключится. Судя по освещению, это последний файл 10-го часа. Ну, 17-22, правильно. Не будут они ничего разбить. 38% загружено. Это хорошая песня.
Да, не будь бы мне этого модема, вообще я ничего бы не смог сделать абсолютно. Это я его еще купил в 2007 году. Когда мне комп появился, тогда еще не было интернета вообще на нашей улице. Только беспроводной от антенны этого соседа. Ну вот. Тогда я его купил 500 чем-то гривен стоил. Сейчас идет обработка именно на YouTube. Первая часть 10 числа. Закончится, можно будет настройки доделать. В принципе, закончилось. Не, еще не закончилось. Еще 2 часа осталось. 20%. Пятьдесят шесть. Здесь скорость, конечно, гораздо лучше, чем в Донецке. Там, учитывая всю эту обстановку, даже в нормальное время не было такой скорости. Загружается быстрее, чем у меня идет обработка. Это хорошо, но у меня столько денег нет, чтобы время терять.
Поэтому я не хотел на сегодняшний день продолжать шариться в интернете. Но вчера не успела загрузиться. Можно было, конечно, потом продолжить, но накопилось бы больше видео. Вышла бы за пару. Но грузить больше нечего. Можно закачать что-нибудь, попробовать сцену. Но все
не хочет.
хочет. Работка завершена, загрузка завершена. Просто замечательно, один файл загружен. Какого 11 числа? 11 числа. Надо.
походу пора могилу перезапустить.
Одна минута осталась. Все равно не подходит для соединения, блин.
значит, по отдельности каждого по открытым доступом. Иначе мне будет слишком долго обрабатываться.
Надо. Типа готово. Можно ставить на загрузку. Ух ты, скоро закончится. Это запись. Извини, не просто так. 3 минуты осталось.
прошу, не прервалось, все нормально. Плюс 30 в тени. Здесь комната 25. Закончилась обработка. Она еще не
Спасибо, что дизлайки не ставите. Не, ну если кому-то не нравится, это ваше право, можете дизлайк поставить. Комментарий написать. Как бы обратная связь должна быть. А то так получается включил, не понравилось, отключил. Ну это в принципе тоже обратная связь. Наш видно по продолжительности и по среднему просмотру, что включает, сразу отключает. Даже не послушал, о чем я говорю, рассказываю. Если человек не настроен на смену своего питания, то ему даже это не интересно будет. Главное, то, что он будет об этом знать, что это вполне реально. Так, я начинаю новый файл, а потом попозже схожу за яблоками.